Всем привет, друзья! С вами, как всегда, драйвер 51 РУС. Короче, вот, накопал я тут, хрен поймешь, что этим чемпионом кое-как. Но это первично, да? Я думаю, что потом это все еще будет несколько раз перерабатываться, еще убираться тут. Давайте пойдем, прокатимся на нем чуток. Тут видите, трава какая была. Где-то полметра, даже больше сантиметров. 50-60. Ой. И больше. Так, травинушка тут. У нас опять накручено, но уже выдирать тут сейчас нету смысла. Запомните, парни, когда вытаскиваете траву, не валяйте его. То масло попадает с картера в блок цилиндров. И потом становится впечатление, что двигатель заклинил. Не догоняет просто. Он цилиндр не доходит до верхней мертвой точки. Масло не дает. Такое ощущение, что он как будто заклинил. Возможно, у кого-то будут такие варианты, как бы, да, при транспортировке. Масло сливается, да, а то, что не написали, что его валять нельзя влево-вправо во время работы на заглушенном двигателе, да, когда чистите